Тр-тр-тр, погнали! Эй, мои дорогие, ёжик здесь! И, в общем, этот дом с предыдущей части видоса зарейдили. Вот он. Давайте хоть посмотрим, как он выглядел внутри. Я еще стенами не успел обнести. Антирейд дом делал, видите? Не встык. Тут вообще дверь открыта. Ящик. Ну и все, в принципе. Просто хату разнесли. Ну, в принципе, этого и стоило ожидать. Ведь сколько здесь... Что такое? Цветочки, что ли? Думал, кровяк. А сколько здесь народу терлось потом? Вот так вот. Обидно, конечно. А смотрите, у него вот здесь вот такое защищенное место, типа мини-бункера. И здесь ящик стоит. Ничего нету. Чуть брезент. Водичка. Ну и все. В общем, все вынесли. Вот такие вот дела. Оп, давайте отсюда выпрыгнем. Ну ничего, найдем другой дом. Это, в принципе, не проблема. Народу дофига играет. И дома, слава богу, есть. Аэр надо будет полутать. О, там чувак бегает. Ха, а, наверное, уже весь аэр залутал. Попробуем антирейд сделать. Два типка рейдят. Один с базукой. А, двое, ребята. Двое. Вон они. В башку дать попробовать. Ой, их трое! Хорош, вы чё? Вот, в общем, вот этот дом. Нападай тогда на него. Короче, сунусь я, у меня калаш, в принципе, есть. Попробую что-нибудь сделать. Пошли хоть одного сольем. Ой, они убегают. Стойте, курочки. Ой, как много. Так, двое туда залезли. С фонариками. Ух ты, мать твою. Так, кто-то за загородкой. А, вон он. С базукой. Стой. Мимо! Бля! Ну ты косой. Выходи. Курочка. Оп, твою мать. Бежим. Бежим. Хил. Что-то не хилится. Ребята, я жив. Рестарт сервера был, оказывается. Они убежали вон туда, вон. Ух, ёб, кто-то подорвался. Этот пулеметчик, я не знаю где. Может быть, тоже валяется. Был где-то в этом районе. Ю. Там, кстати, кто-то на минах подрывается. Постоянно. Погнали, добежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ё. Тихо. Не хоть одного убить. Если сзади подберусь, обоих положу. Патроны разрывные. Давай, 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 ползи. Ниндзя. Я ниндзя. Я ниндзя. Я ниндзя. Я ниндзя-убийца. Тень увидят. Тень увидят. А! А! Да ладно, блин! Народ, смотрите, что нашел. Дом вот такой вот. Недостроенный. Тут камнем уже стены. Ну, здесь стены не хватает. Короче, такой забежал. Погнали. Так, где здесь вход? Перепрыгнул, что ли? Вот вход. Вперед. Сейчас что покажу. Та-дам! Чувачок. Планкмен. Но прикол в том, что у него внутри. Это болт, ЛР-ка. 620 кожи, еще болт.
295 патронов, 530 тканей, 1430 сульфа, 250, та-да-дам, барабанная дробь, эксплозива, 4670 железа, хилка, шмотки не нужны, пружина, всякие другие полезные материалы. Нет, офигеть, да? Что, давайте его завалим, посмотрим, читер, нет, не читер. А, нет, все норм. Не читер. Шо ж ты, а? Уснул-то. Чувачок, так дела не делаются. Здесь вот недостроено у него. Хороший день. Хороший день, пойду отнесу к себе и дальше продолжу. Вообще-то я дам дом еще зарядить какой-нибудь. С хозяином или без, все равно. Но пока ничего не нахожу, вот только нашел вот эту халупу недостроенную. Вот так вот она выглядит. Ну все, поехал я домой. Ну вроде вот нашел дом. Но там стена сверху перевернута. Вроде не реженый. Сейчас по деревьям пойдем. Тут чувак спит. Голый. Там в нем ничего нету. Вот там, вот здесь вот стена. Перевернута. Как же неудобно в этом шлеме, это жесть. Что, ребят, давайте взорвем. Так, не, пока. Пока так. В одну сторону. Ну там вот просвечивается второй этаж, там пусто. Перемычек, кажется, нету. Будем посмотреть. А тут замков нету. Так, закрою. Ёптать! Ну как же так-то, опять? Нашел я этот дом, вот он. Гоу, зайдем. Попробуй себя полутать. Это вообще спит, ему пофиг. Вот трупак мой. А я дотягиваю. Паскуда, дрянь. Может, патроны все выпустят? Ай. Ай. Не смотри на меня. Я не такая. Отвали. Давай. Твою же мать. Он как простреливает через стену? Я вот возле дверного проема сижу. А спальник что сюда кинуть? Братишка, есть что? Это что, не полутанный? Дай-ка. У тебя же ничего не было, я же тебя смотрел. Что ты, а, родной? Кров. Устал? О, подох, не читер. Окей. It's very nice. Супер. Ладно, погнали. Так. А чё ж я раньше-то не увидел? Посмотрим, чё сверху. Чё-то нет там нифига, ребят. А у меня дерево не... А, план постройки-то есть. Нифига. Ай, труп исчез! Трупак исчез! Трупак исчез. Зато пушка валяется. Ну давай, стреляй! Мразина. Так, хил. Хил. 750, 750. Мне кажется, там второй этаж вот не улучшен, да. Подсадьба. Ну-ка, через эти. Чё-то не видно ничего. Чё-то стоит. Хил. Хил. Сколько там патронов, а? Там ящики есть. Там ящики есть. Надо, короче, спальник делать. Или сет хом и сюда сихи нести. Давайте, в общем, наверное, сзади зайдем. Потому что я турель-то не могу никак достать. Сейчас посмотрим, если там из МВК, то будем что-то думать. Да, из МВК, турель здесь стоит. Если через второй этаж мне проникнуть. Здесь вот камень вроде был. А, он далеко. 518. Вот здесь вот... Ну-ка. Нет, я не допрыгну здесь. Попробуйте эту дверь взорвать, и что мне это даст?
Так, пробую подбежать к турели. Вот так вот! А у меня спальник здесь. Если не в откате. А, в откате 140. Развалилась турель, ребят. Турель развалилась, возродился. Но не дай бог там ничего не будет. Я просто закончу. Так, вот мой трупак. Там еще одна турель. Вы что здесь... А где мои сихи? А где мои сихи? Чё за бред? А где мои сихи? Обыскать. Вообще... А, вот взрывчатка с таймером. Ху. Там еще... Да как так-то? За что? За что? План такой же. План такой же. Только темно я не вижу нифига. Может, с этой стороны зайти удобнее будет? Готовлю сихо. Там еще одна сиха! Там ящики есть. Там есть ящики. Ты что, не развалился, типа? Ой, я дебил! Надо было заднюю стену взрывать. И все. Я бы полутал ящики. Ой, я дура тупая. Ой, я дура тупая. Все. Не буду мучиться. Взрываем. Вот здесь вот они. Только еще одну сиху надо. Ой, я дура тупая, отвечаю. Вот здесь вот турель еще стоит. И вот здесь посередине. Пойду еще одну сиху принесу. Еще три сихи притащил на всякий случай. Сейчас одну кидаю туда, вовнутрь. Я не вовнутрь думаю об этих турельках, а сюда. Должны ящики здесь быть, потому что я видел, на стене там прижаты стоят. Чекаем, 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 чекаем. Я уже не знаю, что рейдить, дома не могу найти. Вот и ящики все заряжены. Вот и ящики. Алягер фор алягер. Да! 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 Есть! We are the champion, my friend. We have a chance to be end. We are the champions. We are the champions. У меня больше места нету. 750 эксплозив, это склад. Это склад чей-то. Это чей-то, мать вашу, склад. What the fuck is this? Вон турельки. Это соседи турельки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дернул, дернул просто. Ну а что, место у меня еще есть. Сейчас выкину план постройки. И посмотрим, что я еще смогу взять. Ежевику нет. Не нужно. Патрухи скоростные. Забираю. Да калаш и на Томпсон. Что такое? Большой деревянный ящик мне не нужен. Следующий. Ну еще патроны. Ну я сейчас вернусь сюда. Надо все сбросить. Конечно, нужно было сразу взрывать сзади. Почему ты попёрся через эти турели, там все геморрой сделал? Непонятно. Эй, вай, вай. Джан, 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 джан. Аравай, джан, 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 джан. Текаем. Ребята, текаем. Я вскрыл эту паскудную складину. Party for everybody dance. Come on and dance. Короче, 750 эксплозива. Почти поставь патрон. Ой, я не могу говорить. 18 тысяч МВК. Голова закружилась. Все, ребят, на этом заканчиваю. Потом я еще раз сгоняю, заберу остатки. Это просто чума. Это было офигенно. Хотя меня сколько раз сливали за эту серию. Неудачи были. Но все-таки нашел я склад. Нашел. Жалко, конечно, что вайп будет. Все пропадет.
И с вами был мистер Number One, Superstar, Turbo Jan, ай-вай-вай-вай. До свидания.